Вот продолжаем сегодня копать морковку, свеклу, капусту будем убирать. И вот к нам в гости зашли гуси. Две хорошие мои теги. Вот они травочку едят. Теги, 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 теги. Ну-ка. Да вот берите морковочку. Ой, хорошая. На огородчик к нам пришли, а? Смотри, земля размокла, и теперь я ее свободно копаю, морковку. Какие-то свободе подбирают. Купались и пришли. Мне их жалко. Люди с ними разговаривают, они такие умные. И вдруг все кончится. Кончится печально. Все из-за того, что доверяли грешному человеку. А грешный человек, он живет не по райским законам. Вот у матушки картошка, а это морковка. Через два дня она работает. Вон, смотри, стадо как погнали. Ага. Через этот, через... Уже не подгоняют рядом. Видишь, с собачкой. Неужели это... Вон она, как корова по воде идет впереди. Ага. Гляди, как хорошо видать. Кто там гонит? Ну-ка, узнай, Никита. Никит, это Василиса вроде, да? Красным. Это не мальчик. Это не... Василиса. Василиса одна. Да. Вот что удивительное дело. Матери некогда, а отец в городе с молочными продуктами. Девчонка одна в поле. Категорически не согласен. Ни один мусульманин этого не сделает. Ни один. Я вот сегодня рассуждаю, у меня брат Павел. Один. Здоровый, крепкий мужчина. Развелся там. Какая она была у него, я с ней не знаком даже. Света, дочка Наташа. Вон она, собачка. Собачка это, наверное, Нина Васильевна. Сережина, да? Ну да, я отсюда вижу. Он вполне мог, говорится, четыре жены иметь. Крепкий, здоровый, из такой здоровой семьи. Если бы был мусульманином, работает день и ночь, он бы прокормил всех. Вот. Сейчас второй этаж надо делать. Ну что он только там не делал? Это все один. С пасекой, корова, лошади. Любит овечек. Также не умеет прощать. И может нож в руки взять. Готовый мусульманин. Ну вот христианин. Христианин и валяется. Главное, пить бы они ему ну, не давали. Да он бы и не стал. Зачем это делать? Я все не рассудил. Ну готовый мусульманин. По всем правилам. Не прощает обиды. Вот эта мстительность. И в то же время добрый. Никакой. Там кто-то где-то как-то кого-то кажется. Вот. И подумал, готовый мусульманин. Это мой брат. Если бы, конечно, не дай бог, потерялся совсем. Еще сказать на это. Где не посмотришь, там это все таскал, это наверх варил печи. И там сколько у него. Вот видишь, сколько здесь. Утепление. Разные опилки, там шлак. Он сзади порос идет. Он сам по себе один. Его никто не может гнать. Он никому не подчиняется. Вот. Один идет. И наконец завоевал полную свободу. Теги, теги, теги. Не ходи дальше, а ты испугаешь их. Теги, хорошие теги. Мелкая морковка, они бы съели, а эту никак. Вот он один поднимается. Все. И главное, идет за стадом.
хозяин. Так он молоденький еще, а вырастет бугай. Какой бугай, это речь идет именно о быке. Бугай. Бугаев есть фамилия. Когда фамилию давали, или он такой же был, такой вот, Бирюков. Ну ясно, что прадеды были бирюки. Нелюдимые волки. Вот ну как дается-то? А ему сколько? Граф Блудов. Блудов! А оказался один из самых хороших графов. Добродетельный христианин. Блудов. Вот и Бугаев. Я встречался, Бугаев, знаю. Никита говорит, ему третий год уже. Третий год? Да. Ну, еще силу только набирает. Вот. Гусев есть. Гусев. Гусилетов. Названия какие? Голубев. Курицын. Коровин. Быков. Лошадин, жеребцов, кобылин. Вот как угодно возьми, фамилии везде есть. Вот люди, которые давали, насколько они умные были. Видимо, указания дали по разным признакам, чтобы разнообразить. Ну и взяли таких сообразительных, не обязательно грамотных. Грамотных-то мало имен. Ну где вы встретите эти такие имена, которые только в грамоте? Ну, как дед Щукарь, астролябия. Прибор там в геодезии. А бабка обиделась. Я тебе еще неверная была и понесла его. Да нет, это Милушка моя означает. И Милушкин есть фамилия. Картофелин. Каких только нет. Вот они. Глазов. Глазьев. Клювин. Вот они какие. Пришли, едят. Гуси, гуси, не верьте людям. Они порубят вам голову. И вы ничего не сделаете. Это все последствия греха человеческого. И Адам стал смертным. И все умирает. Вот так размыслишь об этой жизни-то. И всякая тварь покоряется человеку и покорена им. А укротить себя никто не может, языка своего. Хульные слова говорят на Бога, на верующих, которые никакого зла им не сделали. Вот я убираюсь. Какие-то меня поджимают. Так что я пошел вперед. Непонятно, что здесь. Ну-ка. О, вот она где. Мелконько. Против матушкиной это картошка наша сирота. Морковка. Какая-то морковка, это совсем мелочь. Даже потереть ее нечем. Сегодня интересно. Берем и вот я покажу даже. А Володя берет и это свекла погрызена. Да такая свекла, да погрызла тварь мышь, что ей. Он только подумал в это время-то. А я знать не знаю, он молится. Вот она свекла. И она, видишь ее как? Уделала. Вот. И в это время мышь выскакивает. Вот она, мышь. Прямо на меня. Я отнесу буски ее. Вот она. Прям мгновенно сразу же. Что? Молитва. Она жирная. Она, видишь, все погрызла тут сколько. И моркови. Ну одну бы ела. Подряд все грызет. И конца края не видно, сколько погрызено. Вот она, морковка. Еще надо было. Смотри, какая морковка хорошая. Но есть ее нельзя сырую, только вареную. Иначе тулеремия будет. Очень опасная болезнь. Я сколько раз говорил. Вот. Это еще одна. Да их, вот она, вот их... она как выедала. Не один день. Трава везде. Семена всякие. Надо человека обидеть. Видишь, сколько свеклы погубили. Вот она какая. Это прям свежая совсем. Морковка-то совсем жиденькая. Это капуста наша. Уже тоже убирать пора.
они там едят? Едят. Гуси, гуси. Теги, теги, теги. Что испугались-то? Теги, теги, теги. Не ходите, будьте в огороде у нас. Ешьте, ешьте. Но вожак пошел, все, выведет всех. Теги, 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 теги. Да хорошая трава. Ну, остановитесь, не ходите. Его пошли. Парторг сказал, все сказали есть. Партия, говорит, велела, там само вот в этом есть. Вот так. Ушли. Ну, теги, теги, теги. Поворачивайте остальных-то. Никто вас не тронет, но... Кроме тех, кому вы больше всего доверяете. Они вам голову порубят. Ну, теги, теги, теги. Мы вас не тронем. Идите к нам. Ешьте тут, что надо. В прошлый раз меня встретили, а я набрал там черноплодки. Они ягоды эти, маленькие ранеточки едят. У меня там помидоров маленько было, нашел я. Все вытащили, все съели, раздолбили. Я же вам помидоры давал. Идите, ешьте травку. Идите ко мне, идите, теги, теги, теги. Теги, теги, теги. Ну что, раскопался я, не думал даже сегодня с вами пойти. Думаю, буду один где-нибудь там. А чувствую, что худо дело-то. Морковки можете мне не дать. Не сажал, не поливал и копать не пришел. Нет, брат, пойду. Хоть третью часть, но получу. О, капуста какая у вас, смотри. Да. Вот капуста у вас славная. Да тугие какие. О, это вообще. Тугие. Чтобы понять, какой большины, вот смотрите, я стану рядом. Вот, смотри. С голову смою. Такая же капустная голова. Теги вышли отсюда, все. Слава Христу! Слава Христу! А ну-ка сгони их в воду, пойди, с ними поговори. Да с ними расскажи, а сам в воду подгоняй. Теги, 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 теги. Ну, гуси наши, гуси, гуси, гуси. Сюда щедро хвалит Господа. Да, да. Вот они какие, вот они какие. Гуси наши, гуси, гуси, гуси. Ну, вот они какие голодные гуси. Ну, ну. Ну, какие размещаются. Ну что такое? Что такое? Что случилось? Ну. Ну. Гуси наши, гуси, гуси, гуси. Гуси наши, гуси, гуси. Теги, 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 теги. Гуси наши гуси. Ну, пойдемте в воду. В воду, пойдемте, пойдемте в воду. Пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, ребятки, пойдемте, пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Идите, давайте, идите, молодцы какие. Не, в воду давайте, в воду идите. Идите в воду, ну. Идите, покупайтесь. Побрызгайтесь еще раз. Вот какие умницы. Умницы, умницы, умницы. Да хорошие гусятки. Да. Да, вот он какой, вот они какие. Ну. Давайте, 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 давайте. Теги, теги, теги.
плохое название у вас. Давайте спускайтесь в воду. Посмотрим, как вы там спускаетесь, как плаваете. Ну, давайте в воду. В воду давайте. В воду давайте. В воду. В воду. Идите в воду. В воду. Какие непослушные чада. Это было. Бывает, приходится. Ну ладно, не буду я вас больше трогать. Отдыхайте. Слава Христу.